Известные советские актеры глазами коллеги. В Гродно открылась выставка фотографий народного артиста Литвы Юзаса Будрайтиса. Несколько десятилетий советского кино в застывших сценах черно-белой фотографии. Олег Янковский, Вера Глаголева, Евгений Леонов, Иннокентий Смоктуновский. Всего более 50 снимков. На фото те, с кем дружил и снимался литовский актер, а также события, которые на съемочной площадке обычно остаются за кадром. Будрайтис фотографировал в перерывах между съемками, и на открытии выставки автор признался, что фотография для него не просто хобби, а скорее состояние души. Хочется запечатлеть людей, которых любишь, которые тебе близки по профессии, по жизни, и чтобы они остались у меня в альбоме, так сказать, и этот альбом расширился, разбух, и он просится выражение. Выставку Гродно приурочили к столетию старейшего в городе кинотеатра «Красная звезда» и показу кинофильма «Белые росы. Возвращение». В фильме Будрайтис сыграл одну из главных ролей Андрея Ходоса. К слову, события, как и съемки первого фильма 30 лет назад, происходили именно в Гродно. «Белые росы» — это реальная деревня, на месте которой сегодня вырос микрорайон. Но название за ним закрепилось.